День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутые негой взоры. Навстречу северные авроры, звездою севера явись. Вечер ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела. А нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит. Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена, веселым треском трещит затопленная печь. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велеть ли в санке кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снегу, друг милый, предадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня. Mein Gott, rief Maria Gavrilovna und ergriff seine Hände. Sie also waren es? Sie waren das? Und Sie erkennen mich nicht? Burmin erblasste und lag zu ihren Füßen. So was kann passieren in Russland, wenn der Schneesturm geht und wir aber hier einen Regen haben. Thank you.